Это у нас вторая часть. Простите, у меня просто была память переполнена. Да, чуть-чуть телефон садится. 27, надеюсь, хватит. Ну и, короче, вот так. Они уже лезут. Короче, они очень-очень любят где-нибудь полазить. Вот им надо где-нибудь сунуть этот маленький носик. Маленький носик. Маленький носик. Да? Маленький носик надо сунуть где-нибудь. Ну, посмотрите, вы только посмотрите. Короче, ну вот так. У нас есть комнаты, все такое разное. Сама слажу, ну, Даша мне приходила, помогала. Но мы тогда с ней нахимичили немного, когда она ушла, мне пришлось подправлять. Ну, вот. И так построила то один раз, то следующий день. Короче, ну вот так. Надеюсь, ты не будешь сюда залазить? Эй, ты не будешь залазить сюда? Или будешь? Амелия, будешь сюда или нет? Так, Милана. Милана нормально, уже один рожек высунула. Вы смотрите, куда мы забрались. Посмотрите, сейчас буду как-то ее пробовать вытягивать, то это ж капец. Короче, вытянула нашу малышку Снежану. Ну и вот. Давайте ползайте там, что-нибудь делайте. Ну и, короче, ползают, им нравится. Замок типа им. Короче, ну вот так. Она тут у меня ползала. Ну, помните? Ну вот так. Смотрите, куда мы залазим. Но мы не пролезем. Мы не пролезем. Ты понимаешь, ты не пролезешь. Твоя ракушка не пролезет. Головка-то пролезет. Надеюсь, ракушка не пролезет. То как я это доставать-то буду? Придется разрушить. Я инструкцию, конечно, оставила. Сейчас я вам покажу. Короче, такая инструкция по замку. Вот такая инструкция. Собирать Лего. Это зеркало мы собирали, какое сейчас стоит. Короче, ну вот так. Тут 17 страниц. И вроде вторая инструкция, не помню, да, вроде вторая. Тут 17, еще вроде вторая. Короче, ну вот так. Кстати, кто хочет кальций смесь сделать? Вот такую. Короче, вот такую, кто хочет кальций смесь сделать, я вам расскажу рецептик. Нам нужно белые яйца, там можете яичницу.